Вокал, танцы, настольные игры, декупаж. В подростковом клубе «Романтик» каждый найдет занятие по душе. А недавно клуб и вовсе отличился, став победителем в региональном конкурсе «Калейдоскоп». Запомнился многим много чем. То есть это выступления, танцы, дискотека, многое, что у меня осталось в голове. Здесь мы танцуем, репетируем, поем, шашки, шахматы играем. Я даже двери здесь чинил. Нижнекамск на конкурсе представляли сразу два подростковых клуба – «Романтик» и «Феникс». Несмотря на конкуренцию, ребята подружились и теперь часто ходят в гости друг к другу. Так как «Калейдоскоп» нас сблизил, сдружил, и все-таки у нас не было такого разделения, что это другой подростковый клуб, а именно подростковый клуб города Нижнекамска, мы решили с другим клубом, подростковым клубом «Феникс», сделать такой музыкальный номер, чтобы мы его закрыли, этот фестиваль, как Нижнекамск. Сейчас подростковый клуб «Романтик» посещают более 100 ребятишек. Для них это второй дом. Здесь у них не только появляются новые друзья, но и раскрываются таланты. Анастасия Попова, Рафаэль Ракипов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».